Всех привет и прямо просмотр. Продолжаем проходить в Акраб 3 кампания Альянс проклятие эльфов крови. Ну что у нас, интерлюдия, задание Иридана. Давайте посмотрим, что нам тут скажет Иридан. Так, на кнопочку нажимаем и начинаем. Кильтас, ты сделал правильный выбор. Я знаю, что такое жажда магии. Знаю на собственном опыте. Владыка Иридан, ты можешь помочь нам? Ты можешь исцелить мой народ? Это неизлечимо, юный принц. Но жажду можно утолить. Следуй за мной, и твой народ получит столько магии, сколько ему и не снилось. Да будет так, владыка Иридан. От имени всех эльфов крови я присягаю тебе на верность. Встань, юный Кильтас. Будь моей правой рукой и воплощением моего гнева. Что ты задумал, повелитель? Спустя несколько месяцев после поражения Легиона на горе Хиджал, меня посетил один из последних владык демонов — Кил'джеден. Иридан, в прошлом ты был и другом, и врагом Пылающего Легиона, но присвоив силу черепа Гул'дана, ты обрек нас на поражение в этом мире. Я пришел, чтобы дать тебе еще один шанс послужить нам. Что я должен сделать, великий Кил'джеден? Король Лич, мое творение, предал меня. Он нарушил договор, согласно которому должен служить мне. Но его дух все еще заключен внутри ледяного трона посреди ледяной короны. Уничтожь его, и я выполню любое твое желание. Будет исполнено. Не сомневайся. В Даларане я попытался с помощью ока Саргераса растопить ледяную корону. Если бы я смог завершить ритуал, король Лич был бы повержен навсегда. Но тебе помешали проклятые ночные эльфы. Все пошло не так, как я рассчитывал. Потерпев поражение, я бежал в эти пустоши от гнева Кил'джедена. И, похоже, мне придется задержаться в этих краях. Нужно лишь позаботиться о том, чтобы здесь не осталось его приспешников. И все. Очмей. Ну, это дальше. Врата бездны. Глава 5. Ну, сейчас будем потихонечку, я так понимаю, атаковать. Только как здесь мы будем чисто играть за... Я вот не помню, чисто за кровавых эльфов. Прошло 2 дня, и Иридан и Кильтас готовятся штурмовать порталы, через которые маг Теридон призывает демонов. Окей. Ну, у нас компания идет тому, чтобы эта компания идет завершение того, чтобы мы захватили вот это все вот кусочек его. Ну, точнее, вот эту армию типа мы захватим. Потом будем уже за Артас играть. Опять вернемся. Давным-давно, после разрушения Дренора, жестокий властитель преисподней по имени Мактеридон собрал выживших орков и подчинил себе Запределье. С тех пор его армия стала еще сильнее. Но как ему это удалось? Большинство орков погибло, когда этот мир взорвался. Где он набрал свою армию? Он использовал порталы Нерзула, те самые, что раскололи этот мир. Некоторые из них все еще работают,
Каждый день Мактеридон проводит сквозь них полчища демонов. Тогда мы должны закрыть их. Навсегда. Согласен. Мы отыщем все порталы, и я сам закрою их. После этого мы возьмем штурмом темную цитадель Мактеридона, и тогда Запределье станет нашим. Окей. Так, а где портал? Которым портал закрывает? Каком портал закрывает? Вот дэшевый портал он закрывает. Очумено просто. Так, господин, что у нас осторожен. Здесь? Через понятно. Портал проходят демоны. Помогите. Так, это у нас ресурсы добывают, да? Это у нас понятно. Так, тут у нас что вообще есть? На тебя вызовем двоих. Это такие обучения. Ваши войска атакованы! Да, посмотрим, что это такое вообще. Иллидан закрывает портал. Мы должны дать ему еще немного времени. Чего мы ждем? Ваши войска атакованы! Так, это изучение понятно. А где у вас изучение? Я просто не знаю, кто такие вообще вот это вот, блин. Так, это мы знаем. А, летающие демоны, блин. Ёбаный мать. Набрать мой гнев. Ваши войска атакованы. Вот это что такое? Тоже вызовем. Помоги, ё-моё, хоть ты там стоишь, блин. Там нашу базу напали. Недостаточно золота. Пиздец, заебись нахуй. Нанял себе всего, блядь. Я пришел из темных глубин. Кто станет моей жертвой? Я исцелю эти земли. Тут безопасно. Да вообще беспредел здесь, бля. Во-во-во, вот это бля пиздец, демоны приперлись. Я живу для того, чтобы мстить. Ману, спизди у него. Превосходно. Ты подожги нафиг. Да, осталось 7 секунд. Держимся. Пора в путь. Исследование завершено. Кто посмел? Это портал готов, закрыто, у него маны нифига нету. Легко. Я чувствую нечто неуловимое. Так, источник здоровья сюда. Пускай они пока здесь будут. Так, я снова здесь. Я на чуть-чуть уходил, для вас это было ничего, не значения не имело никакого. А чё, вот этот источник здоровья, она лечит? Не, это она не лечит, пора окей. Так, а тут у нас еще есть... Ух, ё-моё. Рудничок еще здесь есть. Так, окей. Да. Вот этих мы набрали. Чего мы ждем? Это будет, может, достаточно в данный момент быть. Сделаю все, что смогу. Идешь сюда. Даже идешь сюда. Да будет так. Вот это мне не особо нравится здесь, потому что слишком. Так, давайте закажем тебе и разрушите чар, обучим двоих тоже. Так, окей. Тут 17 тысяч не слишком много. Это наш второй уровень, да, получается? Подожди. Так, извините.
Направь мой гнев. А вот это есть. А где когда они, когда у них улучшение идет? Нигде что ли вообще не делается? Я исцелю. Фигузная. Ну ладно, давайте так. А как у них на земле еще построились они? Тоже без понятия. Ну ладно, не важно. Не важно. Кто-нибудь ранен? Это у нас понятно кто. Тут у нас еще 20 воинов наймем. И лучницы 2. Пусть будет в данный момент. У нас уже не хватает на то, чтобы... Ну понятно. Ведь не то я сделал. Я исцелю эти земли. Ну пусть земли. Будет. Так, окей. Нам не хватает на ферм. Точнее фермы. Все сделаю, не успеешь. Исследование завершено. А, ну да, конечно. Ты прерываешь земли. Мои вычисления. Ну, давайте построим 2 штучки здесь. Эльф придумал бы что-то получше. Да и все придумал что-то получше, да? Да будет так. Опачки, кто у нас тут появился-то? Очуми просто. Войска Мактеридона осадили деревню. Если мы поможем Дренеям, они встанут на нашу сторону. Превосходно. Нужно я больше чувствую магию. Ну, какие Дренеи, отчуми просто. Давайте поможем Дренеям, сделаю господа. Сделаю все, что смогу. Хорошо. С удовольствием. За императрицу. Я у нас уходит люди. Хорошо. Да, напал я, блядь, называется. Я исцелю эти земли. Это все. Так, окей, замечательно. Давайте подкрепление отправим, а? Слушаю. Тебя отправляем. И тебя отправляем. Я чувствую. И тебя отправляем. Вы-то пока тут постойте, да? Я готов. Замечательно просто. Так. Нет. Эй, а что ты не строишь-то нихуя? Да я. Опа, на нас напали. Кто вообще одобрил этот план? Да, эй, да. А куда ты тут делаешь? Иди сюда. Я теряю терпение. Я слеп, но не глух. Чего мы ждем? Опасно. Я чувствую нечто неуловимое. Бля, Лидан, все, я пиздец. Я слеп, но не глух. Сделано. Жду с нетерпением. Так, кого тут можно? Никого? Пора в путь. Возмездие. Давайте здание уничтожим это. Ну, с 3 героями будет вообще замечательно, на самом деле. Так, как у нас дела тут построить? Заебись, давайте еще ну тут. Ну чего тебе? 1, 2, 3 построим. Чертежах этого не было. Наши войска атакованы! Так, лучницу себе закажем. Так, окей, что у нас им можно построить? Давай тебя построим. И тебя изучаем. Точнее, изучаем, а не строим. Я теряю терпение. Так, полагаю, еще нанять тебя водных. Недостаточно золота. А, недостаточно золота. Увы, недостаточно золота у нас. Сделано. Как раз тут портал рядом. А, ну да, тут, короче, надо со мной обходить все. Понятное дело. Это просто тут дополнительное задание у нас появилось. Спасти Дренеев, которые нам помогут потом. Войной. Где демоны? Бля, нихуя у него мощь вообще охуенная. Сделаю все, что смогу. Исследование завершено. Пора. Уже пора. Исследование завершено.
Так, что у нас дела? Заебись, да. Отправляем на Лидана. Я исцелю эти земли. Еще тебе заказываем. Так, тут у нас воины появились. Слушай. Отправляем на кельта нашего. Так, окей, господа. Давайте чары опять закажем все двоих. А двоих я не закажу, но сейчас будет. Недостаточно золота. Чем? Ёбаный урод, пиздец. Сделано. Ты прерываешь мои вычисления. Нужны лучницы. Нужны лучницы. Ваши войска атакованы. Я чувствую мать. Бля, охуёво, пиздец. Охуенно. Недостаточно золота. Офигенно просто. Исследование завершено. Я готов. Ваши войска атакованы. Приказ поняла. Жду приказа. Что у нас? А, мы уничтожили, да? Заебись. Я Акама, старейшина Дренеев. Мы поклялись в верности владыке Иллидану в обмен на обещание уничтожить наших заклятых врагов орков. Они служат Мактеридону, властителю преисподней, чья темная цитадель находится к западу отсюда. Под его началом они едва не уничтожили мой народ. Но теперь, когда владыка Иллидан с нами, мы дадим им отпор и вернем земли наших предков. Мы тоже служим Иллидану, старейшина. Хорошо, незнакомцы. Что будем строить? Что, заебись? Будем ваши строить. Войска атакованы! Какие нахуй постройки, блядь, господа? Нет, я готов. Учини, пожалуйста, да, здесь все. Сделаю. Так, потом надо вот это построить. Что ж, начальник всегда прав. Так, еще одно лицо мне нужно такое же. Так, ты идешь сюда. Кто станет моей жертвой? Я теряю терпение. Посмотрим. Зло приближается. Что будем строить? Интересного нету. Слишком просто. Сколько? 17 тысяч здесь, заебись. Офигенно просто. Вот теперь нам Дренеи будут помогать в будущем и все остальное. Ты иди давай, руби, ё-моё, точнее, ну добывайся. Так, тут у нас пока ничего такого интересного нету, здесь у нас то же самое. Давайте наймём не слишком суперские войска. Так, ты у нас мана, и мана. Это двое. Слушай. Мана-мана. Мана-мана, идите. Конечно. На манама. Вообще тут больше никого не надо нам. Можно тоже отправить их. Мана-мана. Я исцелю эти земли. Всё сделано. Блядь. Господин, похоже, Мактеридон обнаружил нас. Его орки пошли в атаку. Нашим войскам придется сдерживать их, пока мы не найдем порталы. Заебись просто. Достаточно золота. Пизда нашему работнику. Да, я говорю, пизда ему. Так, как у нас тут с войсками? Я чувствую нечто. Я исцелю эти земли. Понятно, вижу. У нас остались, да? Люди. Чем могу помочь? Идите за ними. Улучшение завершено. Я чувствую нечто неуловимое. Да будет так. Мана-мана. С удовольствием. Я исцелю эти земли. Сделаю все, что смогу. А дополнительных заданий больше нету, да? Нет, у нас больше дополнительных заданий. Тут, если я понимаю, лагерь. С удовольствием. Хорошо.
Превосходно. Пока на лагерь не будем. Порталом, Гильтас. Мне снова понадобится твоя защита. Будет у меня защита. Только сейчас мы построим. Так, двоих мне, пожалуйста. Блять, золота очень мало. Надо еще один построить здесь, чтобы золото таскали. Троих заказать. Наши что будем так? Так, идешь сюда. Плюс константа. Ну чего тебе? Я живу для того, чтобы. Что мстить. Будем строить? С удовольствием. Пока стой здесь. Так, ты у нас. Ты прерываешь мои вычисления. Здесь будешь. Строишь нам тут башню. Эльф придумал бы что-то получше. Что будем строить? Потом будешь чинить. Все сделаю, не успеешь. Так. Идешь сюда. Строишь что здесь ж, это. Начальник всегда прав. Так. Слушаю. Укажи мне путь. Слушаю. Отправляем на Кейталаса. Пускай идут. Вот у них лагеречек есть. Нет, 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 все не так. Так. Да, я сделаю. Один сюда, да, да. Стройте, считай, пожалуйста. Что все уже сделано. Сейчас Иридан будет закрывать этот портал. Так, нанимаем тебя, ну точнее строим. Все сделаю, не успеешь и глаз моргнуть. Кто вообще одобрил этот план? Ты сам. Тебя нанимаем. 3х в кубе плюс константа. Ну чего тебе? Бля, а не побеждаешь, что ли? Сделано. Охуеть просто. А, ты герой, бля. Понятно, вот это настоящий герой, да? Подожди, а чё, это тоже погиб, что ли? Ёб твою мать. Сделано. Замечательно просто. Улучшение завершено. Из тёмных глубин. Так. Одно есть. Что будем строить? На нашу базу напали. Еще один. Сейчас улучшение прогресс сделается, и будем уже делать все по-другому нафиг. Бля, у них хала опять вернулись, что ли, блядь? С ума посходили, что ли, уже все. Денег вообще нету. Недостаточно золота. Он один, вот этот один, блядь, может всю базу нам уничтожить, блядь. Чего мы ждем? Так, я ты. Пришел из темных глубин. Отправляем на базу обратно. Он меня сейчас уничтожит нахуй. Чем земли. Могу помочь? Кто станет моей жертвой? Надо тут покруче построить. Наши войска атакованы. Улучшение завершено. А что наши войска тут атакованы? Иди сюда, готовимся твой к порталу ход. Закрывать. Я слеп, но не глух. На нашу базу напали. Я теряю терпение. Да, он за уничтожит все подряд здесь, бля. Нет, 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 все не так. Да я сделаю. Отчумить просто, бля. Вот это я, бля, провалился обороны себе, бля. Конечно, вам бы тоже помог, но увы не могу. Не стоит со мной шутить. Сделано, сделано. Все, кто-то сюда пришел, и возвращаемся обратно. Пора в путь. Все, готово, сейчас будем охранять Иридана. Так, здесь что у нас? Здесь у нас не очень все нет, хорошо. Нет, нет, все не так. Да так, строим здесь. Раз, чертежах два. Этого не было. Здесь нельзя три. Строить. Раз, да, да. Два. Считай, что все уже сделано. Заказываем тебе четверых пока, пока четверых. Пока он строит здесь. Эти идут у нас... А, приперлись они. Чем могу помочь? Чего мы ждем? Пиздец.
Надо исцеляющихся людей, блядь, нанять. Я исцелю. Они все-таки сильные, блядь, орки. Я живу для того, чтобы мстить. Идем сюда, идем сюда. Превосходно. Только ты еще не вставай на эту фигню, бля. Так, потом мы починим по-любому. Так, создаем тебя. Дело сделано. Создаем тебя. Так, лучницы две штучки закажем. Это замечательно просто. Так, я пока строительство идет. Земли. Так, тут теперь у нас исцеление сделаем себе. Одного пока. Сейчас второго закажем себе. Дело сделано. Недостаточно золота. Вот, есть. И тут ждем, когда будет 80. А, нет, 80? Да, 80. Я исцелю эти земли. Готово. И тут еще будем делать. Что он построит? Улучшение завершено. Я исцелю эти земли. Так, так. Заказываем себе одного здесь работника. Дело сделано. Месяца, улучшение завершено. Так, здесь тебя создаем, и здесь вот это создаем. Еще вот такую же башню. На что жалуетесь? И все будет замечательно, господа. И починим свою... Что будем строить? Свою казарму в данный момент. Так, пока это все производит, идешь сюда, Лидан. Со мной. Я чувствую нечто. Я исцелю эти земли. Стоим здесь, ждем, из портала сейчас будут выходить пока. Дело сделано. Так, все замечательно, заказываем тебя. Все, почти готовы, иди чинить. Мактаридон вызвал подкрепление. Улучшение завершено. Так, чары. Одну заказываю я. Так, тут еще одного я заказываю работника. Наши войска атакованы! Направь! Улучшение завершено! Что будем строить? Я теряю... Вообще уровень, заебись. Портал закрывается! А вот это заебись! Держитесь! Так, нанимаем я тебя это. Мать. Да, вот это сделал. Ну, вообще-то магию надо было у него высасывать. Может, что-то лучше было бы. Улучшение завершено. Так, еще двоих здесь, пожалуйста. Так, окей, здесь у нас все готово, да? Замечательно. Все сделаю, не успеешь и глазом моргнуть. Замечательно. Эх, придумал бы что-то получше. Постройки получше делаем. Улучшаем мечи. Улучшаем мечи. Что будем строить? Ну тут пока копить будем. Пока будем копить, господа. Что будем строить? Бля, долгая будет у меня серия, пиздец. Ничего не скажешь. Надо еще два портала закрывать, а я только один закрыл. Точнее, второй почти закрываю. Мне нужна мать. Так, нанимаем тебя. Опять дракон появился нахуй. 3 в кубе плюс 3. Давай починкой занимайся. Наши войска атакованы. Замок нужен. Сейчас будет замок. Исследование завершено. А что за хуйня была, я не понимаю. Почему он пропал куда-то? Фиг поймешь. Так, заказываем еще тебя. Я чувствую магию. Почти осталась капля какая-то. Я готов. Исследование завершено. Жду с нетерпением. Заебись. Я пришел из самых глубин. Наши войска атакованы. Почему? Да я знаю, да знаю, что атакованы. Атакованы, как атакованы. Я готова. Замок нужен. Замка у меня пока нет. Давайте исследуем. Лучше. Наши войска атакованы. О, это помощнее, чем я думал. Да. Все, заебись. Готово, господа. Пора в путь. Да будет так. Хорошо.
источник жизни. Пускай подлечится. Я пришел. Кто посмел заговорить со мной? Это все? Ну, тут уже оборон какая-нибудь она есть. Это замечательно просто. Так, щиточек тоже заказываем себе и доспехи. Вот это замечательно. И мы, может, улучшим наш замок наконец. Сделаем замок. Здесь тут ничего не улучшать мы не будем. Пускай так они добывают золото, но при этом у нас впереди еще будет... Здесь есть золото, которое можно добыть. И может даже здесь. Я живу для того, чтобы мстить. Сделаю вот, даже все, напасть что на смогу. Них, и легче будет нам сходить сюда, да? Здесь... Да, где-то здесь находится. Исследование завершено. Где демоны? Я чувствую нечто... Сейчас я не знаю. Неуловимое. Полагаю, я вот так сделать. На что жалуетесь? И пойти на Лидана. Повинуюсь. Как пожелаешь. Приказ поняла. Заказываем, ждем подкрепления. Я мы теряю дождались терпение. Подкрепления на я слеп, но не глух. Они сами решили на нас напасть, бля. Наша воля исполнится. Я чувствую магию. Пора в путь. Блядь, этот, блядь, дурак меня уже замучил. Исследование завершено. Хорошо. Ну что, в атаку, господа. Я чувствую нечто неуловимое. А куда он пошел, блядь? Просто охуеть, а. Слишком просто. Наши войска атакованы. Так, заказываем еще двоих. Кто-нибудь ранен? Так, вы, чем кроме могу? Тебя. Нет, 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 все не так. Слушай, Таласу. А, с той стороны напали. Ёпты мои, молодцы. Я теряю терпение. Я живу для того, чтобы мстить. Давай, давай, уничтожаем их всех. Кто посмел заговорить со мной? Это все. Исследование завершено. Охуеть. Я теряю терпение. Да будет так. Давай вот так сделаем, блядь. Наши войска да, атакованы. Тут у нас один остался всего лишь. Ну, знаешь, долго серии будет. Окей. Очень долгая. Где демоны? Так оно, значит, и есть. Какие нам войны дают. Так. Так, у нас низкая. Так, ты идешь сюда пока. Исцеление надо выучить. Твой троих. Пускай сразу идут на Кейталаса. Да, тут рудничок на 10 тысяч. Это просто замечательно. Я теряю терпение. Я исцелю эти земли. Пора в путь. Чё, у нас Лидан сдох? Наш герой погиб. А я не замечу, что у него хэлла мало. Наши войска атакованы. Вы ебанутые. Чё вы творите, блядь? Дебилы. Кто-нибудь ранен? Так. У я нас Лидан сдох. Наши войска атакованы.
Я в офиге просто. Нихуя тут армия приперлась. Заказываем тебя. Ведьмагов заказываем. И давай сереющийся. А, не, нормально. Победили их. Бля, ну это вообще пиздец. Я исцелю эти земли. Я исцелю эти земли. Окей. Сделаю все, что смогу. Превосходно. С удовольствием. Да будет так. Эта дорога у нас идет. Приближается. Ух, ё-моё, надо этих уничтожить. Сделаю все, что смогу. Так, ждем, ждем, ждем. Здесь что у нас? У нас армия появилась, да? Можно отправить сюда. Конечно. Если что, наймем нового. Магию. Так, учим у тебя. Чары сделаем. И водяных. И Элидана позовем. Все. Эльфы крови. Жду всегда приказа. Готов. Сейчас тут войско на нас наймется, не волнуйтесь. Вся, все будет здесь, все замечательно просто будет. Ты прерываешь мои вычисления. Я исцелю эти земли. О, бля, нихуя, о, бля, попёрли. Я чувствую магию. Вообще, тоже их можно нанять было бы. Недостаточно золота. Пускай замедляет. О, замечательно просто. Я теряю терпение. Я готова. Превосходно. В атаку, демоны. Элидан, что ты творишь вообще, а? Во имя Асша. Хорошо. Я чувствую магию. С удовольствием. Старейшина Акама рассказал нам о ваших подвигах. Мы поможем вам. Во имя владыки Иллидана. Превосходно. Я готов. Сделаю все, что смогу. Я чувствую. Ну что, господа, уничтожаем все. Прикрывай меня, пока я закрываю портал. Бля, тут дохуя их. Да будет так. Армию проведем, это не страшно. 3x в кубе плюс. Так, что у нас здесь? Давайте ну изучим. Чего тебе? Последний почти. Да, все последние мы изучаем. Я чувствую магию. Я чувствую нечто. Так, исцеляемся. Неуловимое. Превосходно. Идем сюда, уничтожаем эту последнюю сделаю войска. Все, что смогу. Я следую твоему так, окей. Приказу. Идем чем сюда? Могу помочь? У нас общий враг. Он за нас играет, заебись. Идешь сюда? Все сделаю, не успеешь и глазом моргнуть. Ща, Лидан, станешь свой портал не открывать. Так, понятно, здесь все ясно у нас. Это тоже улучшаем мы. Да, у нас нету этих. Опа, нет, это путь. Такие у нас здесь. 8000 осталось, здесь сколько? 2000 осталось, у нас мало ресурсов вообще. А вот это посерьезные враги на самом деле. А как сюда идти сюда? А, можно туда даже не ходить, на это их не лагерь, можно сразу сюда пойти. А можно так и сделать как раз. Исследование завершено. Сейчас добегут. Построим мы, что я хочу тут не построить. Стоит да. Со мной шутить. И начнем. Направь мой гнев. Где там наш? Ты прерываешь дружинник. Мои вычисления. Так, 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 так. Тебя можно тут поставить, здесь можно поставить, план. Здесь можно поставить. Здесь да? Нельзя строить. Почему нельзя? Можно вообще построить здесь. Ну что так ж, построим. Все, строим, ждем. Уже 40 минут. Все, все, все еще ждем. Так, Трикс, пролагаю я здесь тоже это построить. В чертежах этого не было.
устроит еще 3 башни здесь у себя дома. Так, замечательно, строим тебя, улучшаем, короче. Я слеп, но не глух. Слишком почти истощен. Да-да-да, мы это все исправим. Ты. Все сделаю, не успеешь и глаз. Идешь сюда. Да-да, считай, что все уже сделано. Заебись. Так, тут что у нас? То же самое. Строишь ты. Исследование я завершено. Я чувствую нечто неуловимое. Дело сделано. Сейчас он встанет. Дело сделано. Улучшение завершено. Дело сделано. Нет. Все не так. Да я. Где демоны? Сейчас встанет он. Подождите. Оставь чуть-чуть. Это почти добежал у нас. Здесь что у нас? Давай тебя построим, можно так сказать. Дело сделано. Улучшение завершено. Все, пока заебись. Плюс константа. Улучшение завершено. Тебе? Это долг не дает большого. Ну что, погнали. Кто посмел заговорить 3 минуты. Со мной? Да, 3 минуты. Я живу для того, чтобы мстить. Полагаю, прислать слушай вас. Но только у меня лучников не будет, это очень плохо. Ваши войска атакованы! Портал открывается, оттуда появляются новые демоны! Лучники. Хорошо. Сюда, не пожалуйста. Он решил так напасть напрямую, блядь. Охуеть просто. Нет, все не так. Ваши войска атакованы! Улучшение завершено. В чертежах этого не было. Что исследование улучшения завершено. Кто убьет его? Понятное дело, все. Ясный пень. Портал закрывается. Защищайте владыку Иллидана. На нашу базу напали. Кого только не придумают, а? Чё, всё, готов он? Ты прерываешь мои вычисления. Не-не, давайте сначала я башню тут поставлю. Кто вообще одобрил этот нельзя тур строить. Вот так эльф вот, две. Эльф придумал бы что-то получше. Да ладно, блядь, эльфы всегда придумают что-то получше, да? Это Паши построил, замечательно. Наша воля исполнится. Я теряю терпение. Ну что, попадаете вы? Еще минуту осталось, господа. Чего мы ждем? Уже пора. Просто. Я теряю терпение. И, пожалуйста, сюда, блядь, отступаем. Исследование завершено. С удовольствием. Давайте, господа, еще 4 минуты. Ой, блядь, 4 минуты. 40 секунд. Еще 40 секунд, господа, держимся. Еще 40 секунд мы держимся. Так, тут у нас строим. Так, это построил, все да? Все сделаю, не успеешь и глазом моргнуть. Где ты у нас, блядь, дорогой, блядь? А что тебе хелф так мало-то, блядь, а? Дело сделано. Наши войска атакованы. Думаю, они там будут, оказывается, они здесь, блядь. Все, нормально, выдержим. А, тут кто-то, блядь, проживает. Где все, демоны? Осталось последнее. Я так, чувствую цифра нечто неуловимое. Идем сюда. Превосходно. Улучшение завершено. Конечно, это все прекрасно. Наш рудник истощен.
Заебись, охуенный расклад. У нас рудник истощен. Эй, бля, что, дерево что все срубили? Охуеть просто, все дерево срубили. У нас деревьев не хватает нихуя. Это очень мало. А что, правда, больше деревьев не будет, что ли, у нас? Вот деревья есть. Иди сюда, пожалуйста. Иди давай, блядь, а. Так. Тебе нужна моя помощь? Тоже идешь сюда. Лучниц и ведьмаков. И еще ведьминых двоих. Просто замечательно. Пора в путь. Атакуем их, бля. Я готов. Денежку нам за это дают еще при этом. Хорошо. Слишком. Тут будет прулон дрыне, да? Спас мой народ, да, эльф крови. Веди нас в бой. Я готов. Превосходно. Так, господа. Не знаю, то не то. Грампучины. Это у вас главный, да? Да-да-да, это у вас главный. Заебись, охуенно. Чего мы ждем? Я сделаю все, что смогу. Хорошо. Все, остался последний портал, все, почистим все здесь. Господин, последний портал окружен демонами. Нас ждет непростая битва. Бля, пиздец здесь. Не бойся творится, демонов, бля. Кельтас. Придет время, и они назовут тебя своим господином. Я чувствую массу. Наши войска атакованы! Все готово. Превосходно. Так, что у нас тут из наемников есть? Давайте зайдем сюда. Так, это мы ждут они. Ты прерываешь мои так, вычисления. Ты у нас бежишь сюда. Да-да, считай, что все уже сделано. Я нет, чувствую нет, магию. Все не так. Да, я сделаю. Ты? Идешь сюда. Кто вообще одобрил этот план? Еще двоих закажу здесь, пускай они бегают так, как хотят. Так, вы пока еще не построились, очень жалко. Здесь что у нас я вообще живу для есть? Для того, чтобы мстить. Положись, а, понятно. Я теряю терпение. Что будем строить? Ваши войска атакованы! Да будет так. Ну тут и союзники наши прикроют, и ничего страшного здесь. Мы тут справимся. Так, подожди, все у нас сделаю, тут есть... Не успеешь и глазом моргнуть. Здесь нельзя. Тут построим. Этого не было. Тут построим. И тут построим. Что? Все, ждем строительства, пока построится все. И просто будет замечательно все. Бля, я думаю, ты все-таки, блядь, ну ладно, фиг с вами. Бля, ну давайте быстрее, а. Строитесь по полгода, блядь, это всю фигню. Понятно, они тут не могут ничего. Так, готово. Улучшаем. Кто посмел заговорить со мной? Феникс скоро у нас появится снова. Так, здесь у нас... О, строительство почти завершено. Замечательно. Просто сейчас если все пойдут у нас на рубку дерева. Только это рубка не дерева, а грибов, можно сказать. Ну что? Дело сделано. Готово. Погнали, господа. Рубите деревья. Почти тут закончилось уже, да? 3х в кубе плюс константа. Ну чего тебе? Идешь сюда. Эльф дело придумал сделано. Бы что-то получше. Да? Я тоже уверен, улучшение что завершено. Получше придумаю. Идешь сюда. В чертежах этого не было. Чего мы ждем?
Ну что, погнали, значит, я так. Я теряю терпение. Даже не знаю, давайте вот так сделаем. Мне вот так нужна вот магия. Рудник почти истощен. Идешь сюда. Это мне. И все, Лидан, иди я сюда. Я слеп, но не глух. Не стоит я со мной. Я слышу, что слеп, но не глух. Готово. Прогресс будет готов. Это ничего страшного, пускай закрывает портал, пока подкрепление ваши идет какое-нибудь, но маленькое. Блядь, пиздец просто. Вот это я не люблю больше всего, блядь, эти войны. Улучшение завершено, улучшение завершено. Мана-мана. 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 Что будем строить? Мана-мана. Наши войска атакованы! Пока у нас тут целом ничего нету. Так, тут строительство начинается, здесь понятное дело. Держитесь! Победа близка! Еще немного и портал закроется. Держитесь! Ну чё, эти, блядь, вообще-то ведьмаки, кажется, готов. Называли, блядь. Пора в дайте, путь. Блядь, еще посражаться-то, блядь, а? Бля, у нас этих нету, истереющихся. Давайте наймем, не знаю, наши смогут они атакованы. Наняться или нет у нас. Кто станет моей жертвой? О, бля, это уже пиздец. Пора. Я живу для того, чтобы мстить. Сделаю все, что смогу. Сделаю все, что смогу. С летающими проблема. Чуть. Я исцелю эти земли. Древний дракон пустоты. Урон и урона. А что, это по зданию урона, так понимаю, да? Сам нихуя не понимаю. Нахуй столько урона, блядь, здесь непонятно нифига. Я исцелю эти земли. Да все, осталось секунд 50, я думаю, наши справитесь, да? Атакованы. Идешь сюда. Жду с нетерпением. Включаем ей защиту. Так, исцеляющийся тоже бежим сюда. Так, нанимаем пару солдат и пару лучниц. И здесь у нас тоже сам наши пару. Наши войска упаков атакованы. Пару, все. Я исцелю эти земли. Ну, они слишком медленные. Да, серия слишком большая будет. Да-да-да. Наши войска атакованы! Я делаешь исцелю эти земли. Наш рудник истощен. Ой, бля, это пиздец. Я исцелю эти земли. Мой рудник истощен, господа. Но при этом выполняю задачу самую основную. Получилось. Все врата закрыты. Теперь Мактеридон не сможет вызвать подкрепление. Верно, Кельтас. Но сил у него пока хватает и без этого. Захватить темную цитадель будет нелегко. Ни на что иное я и не рассчитывал. Заебись. Ну что, продолжить? Ну что, господа, мы выполняем это, может, главу. У нас глава 6, повидите запределье. Это уже увидим в следующей серии. На этой ноте мы заканчиваем. Увидимся в следующей серии. Другие прохождения. Всего удачи вам и пока.